Быть или не быть тройственному газовому союзу. Министр энергетики прокомментировал это Микенбизнес возможность формирования такого союза между Астаной, Москвой и Ташкентом. Конкретного ответа на прямой вопрос нашего корреспондента Алмасадам Саткалиев не дал, но он лишь уточнил, что ведутся переговоры о транзите российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Напомним, идею о создании тройственного газового союза в ноябре прошлого года озвучил президент России Владимир Путин на встрече с Касым-Жомартом Токаевым. Буквально месяц назад министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что обсуждение этого масштабного проекта активно продвинулось на уровне президентов. В настоящее время обсуждается возможность транзита российского газа в Узбекистан. Идут переговоры достаточно в конструктивном ключе. По итогам мы, безусловно, вас проинформируем. Глава Минэнерго также сообщил, что определен предварительный маршрут по магистральному газопроводу из России в Китай через северные территории Казахстана. На данный момент условия его строительства обговариваются, подытожил Саткалиев.